команды, которую все воспринимают как вечного соискателя. Да, Сити будет бороться за трофей, но, постоянное «но», это проблема для них. И нужно уже с первого матча доказывать, что они действительно пришли за трофеем без всяких «но». Может получиться интересная атака. Очень неточно. Даже заострять внимание не хочется. Гости сегодня одна из тех команд, которые... ...которые все воспринимают как вечного соискателя. Да, Сити будет бороться за трофей, но... Постоянное «но» — это проблема для них. И нужно уже с первого матча доказывать, что они действительно пришли за трофеем без всяких «но». Может получиться интересная атака. Очень неточно. Даже заострять внимание не хочется. Гости сегодня одна из тех команд, которая предпочитает... которую все воспринимают как вечного соискателя. Да, Сити будет бороться за трофей, но... Постоянное «но» — это проблема для них. И нужно уже с первого матча доказывать, что они действительно пришли за трофеем без всяких «но». Может получиться интересная атака. Очень неточно. Даже заострять внимание не хочется. Гости сегодня одна из тех команд, которая предпочитает... ...да, которую все воспринимают как вечного соискателя. Да, Сити будет бороться за трофей, но... Постоянное «но» — это проблема для них. И нужно уже с первого матча доказывать, что они действительно пришли за трофеем без всяких «но». Может получиться интересная атака. Очень неточно. Даже заострять внимание не хочется. Гости сегодня одна из тех команд, которая предпочитает... которую все воспринимают как вечного соискателя. Да, Сити будет бороться за трофей, но... Постоянное «но» — это проблема для них. И нужно уже с первого матча доказывать, что они действительно пришли за трофеем без всяких «но». Может получиться интересная атака. Очень неточно. Даже заострять внимание не хочется. Гости сегодня одна из тех команд, которая предпочитает... ...да, которую все воспринимают как вечного соискателя. Да, Сити будет бороться за трофей, но... Постоянное «но» — это проблема для них. И нужно уже с первого матча доказывать, что они действительно пришли за трофеем без всяких «но». Может получиться интересная атака. Очень неточно. Даже заострять внимание не хочется. Гости сегодня одна из тех команд, которая предпочитает...
командой, которую все воспринимают как вечного соискателя. Да, Сити будет бороться за трофей, но... Постоянное «но» — это проблема для них. И нужно уже с первого матча доказывать, что они действительно пришли за трофеем без всяких «но». Может получиться интересная атака. Очень неточная. Даже заострять внимание не хочется. Гости сегодня одна из тех команд, которая предпочитает...